Библиотека номер 6 – это информационный и просветительский центр поселка Бордовичи. Здесь зарегистрировано около 2800 пользователей. 5 миллионов рублей по нацпроекту «Культура» получит библиотека в 2021 году. На эти средства обновят книжные фонды, приобретут компьютеры, проекторы, видео и фотооборудование, сенсорные доски, новую мебель. Будут обустроены элементы доступной среды для маломобильных групп населения. Такую же сумму, 5 миллионов, получит школа искусств имени Чайковского. На эти средства планируется купить новые клавишные, духовые и струнные инструменты, а также мольберты, интерактивные доски, хореографические станки. Сегодня школу Чайковского и все ее филиалы посещают 1300 детей.